Всем привет, добро пожаловать на продолжение прохождения игрушки The Crew 2. И у нас открылся первый босс. Называется «Ключи от города». Ну, не босс называется «Ключи от города», а событие с боссом называется «Ключи от города». Давайте переместимся. Мировой рекорд 4 минуты. Ты мог решить, будто повидал жесткие гонки. Ошибаешься. Вот реальный риск и реальные возможности. Это открытая борьба с Тио на улицах Флориды. Это гиперкары и настоящие уличные гонки. Победишь? И ты король улиц. Ты на вершине списка. Проиграешь? Не будем об этом. Это не вариант. Ты сможешь. Нет, я не проиграю. Не хочу проигрывать. Так вот. Так, я на своей Бугатти. Любимый, ненаглядный. Потому что... Меня не победить. Зачем пытаться? Да я вижу, Тио, я вижу, как ты тут... Да... Ну, такое, если честно. Ну, сейчас он на скриптах меня догонит, скорее всего. Не особо он меня догоняет, если честно. Тебя нет среди лучших в списке. Ну нет и нет, сейчас будет, подожди. Подожди, сейчас все будет. Блин, какой красивый ты город, а? Майами, все дела. Это уже как читерство, потому что у меня Бугатти быстрая. На максимум прокачана. Я на ней 480 километров в час разгонялся. Ой. Давай быстрее. Долбаные повороты. Сколько он там отстает? 700 метров, что ли? Не, 300 метров, слушай, доходит же сейчас. Ты достал его, молодец! Да, я его достал, отлично. После этой гонки мы сможем получить его McLaren P1! McLaren P1, который нельзя купить. И это очень круто. Ну, я понимаю, это красиво, конечно, но не надо. Что это было, блин? Так, 50%. Скоро, наверное, стритрейсерские тачки уже будут. Слабое место Тио — его эго. Эго. Что такое эго? Блин, а мое слабое место — вот эти вот чуваки. Блин, как я раздолбал Бугатти, мне ее даже жалко. Где стритрейсер? Вот сейчас, да? Жми, покажи. Какая ты ТРС, э? В смысле ты ТРС? А где моя Гаярда? Где мой ГТР? Гаярда! Где моя Гаярда? Ладно, на Гаярда покатаемся в следующий раз. Да, Тио. Такой ты, если честно. На 700 метров-то уехал. Я точно.
что, типа, догоняешь? Типа, молодец, хорошо. А я, типа, уехал уже. Типа, 81% у меня, типа, я сейчас выехал. Извини, конечно, но... Такая судьба. Твоя. Этой гонке правила не нужны, только дух улиц. Ай, все. Дух улиц. Так догони меня, ты последний едешь. Километр. Ой, минус велосипед, да? Все. Ты победил, да? Да, да, да. Король списка. Оу, Тио будет зол как черт, хотя для него это обычное дело. Ты расстроился, Тио? Ну да. Уличный лидер, получено достижение. Так, что у нас там? Клаб, уличные очки, бла-бла-бла. Зачем мне детали? Склад переполнен, ну, пофигу. Так, значит, нам P1 дали, дайте, пожалуйста, спасибо. Макларен P1. Доступно в штабе, погнали в штабе. Сейчас многие из нас хотят отказаться от улицы, заняться делом легально. Так безопаснее для всех, открывается больше возможностей. Но не все хотят уйти от корней. Ведь так круто гонять, рискуя всем, и ощущать этот драйв. Они говорят, что улица наш родной дом, и с этим бывает трудно спорить. Казалось бы, при чем тут? Понятно. Вот кто мы. Вот что мы делаем. Демонстрируем свои тачки, стараемся, чтобы они себя окупали, не отрываемся от реальности и находимся где-то между стремлением ездить по закону и тягой остаться на улицах. Сложно решить, когда жизнь заставляет тебя делать выбор. Но так или иначе, несмотря ни на что, гонки — это страсть для всех нас. В конечном счете, важна лишь скорость. Поздравляю, ты на вершине списка, самый первый. Ты обыграл Тио по его же правилам и впечатлил этим чертову кучу народа. Можешь смело гордиться собой. Кстати, если вернешься в спот, тебя там будет кое-что ждать. Да я как раз если вот лечу, то, подожди, на крыльях чёрт, ветра со скоростью света, давай все. Ты же не думаешь почивать на лаврах? Не думаю почивать, да-да-да, все, дайте мне моё. Где оно, тут что ли? Ну-ка, Латрелл, скажи. Ё-моё, 1680-я легенда. Ёпта. Ёптель Мокси. Так, я в списке всего лишь то 193-005. Да. А у этих максимальное количество фанатов. Все это 426 раз больше. Так, вот оно мое. Мое чудо получить. Дайте мне. Ух. Слушай, она даже в стоке валит. Она реально валит в стоке прям. А если мы еще поставим тюнячки, которые я сейчас поставлю? Ох, сейчас она как... Так, тормозульки, тормоз... Ты 350 километров... 300... Чё? Ладно, тормоза похерили скорость, хорошо. Уже плюс 19 дает КППшечка и плюс 27 лошадиных сил, 367.
Дальше идем. 23 уже километров в час прибавляется. 25. 31. Эй, ну какого хрена? 445. 448. Ну не самое быстрое. Не самое уж и быстрое. У меня Pagani 448, Aventador 453, Agera 448. Ну вот самое хреновое 458 Special, который 447 едет. Да, и кстати, на Широн я накатал 1667 километров. Нормально, да? Да, и раскраску на этом поменял. Так. Денег на тюнинг у меня нету, я так понял, да? Хорошо. Хотя чё хорошего я не вижу. Но она прям стала валить, знаешь? Сейчас мы ещё на ней пойдём в какую-нибудь гоночку, наверное. Так, давай-ка, миссии... Нет. Сначала тюнинг. Сначала тюнинг. Вот на что хватит денег, то и протюню. Так, где мой дом? А тут у меня дома не появилось. Не появилось, к сожалению. Ладно, буду жить в Майами, чё уж там. Так, Широн, извини-ка, но мы сейчас поставим P1 сюда. P1 теперь в избранном, отлично, тюнинг. Цвет. Да что там происходит-то, не обращайте внимания, там малышня просто крушить. Вау! Вот это круто, слушай, черный прям ей идет. Так, хорошо, давай раскраску-то посмотрим. Топ 100. 10 тысяч винил стоит, чё? О, прикольно, кстати. О, Carbon Edition, типа. А это что, раскраска Тио, что ли? Походу. О, вот это классное. Давай вот это поставлю. Так, стайлинг, капот. Такой. Ну это что такое? Ну это, мне кажется, какой-то колхоз, типа. Так, ну хорошо, давай вот эти вот. Ну они же машины облегчают, зачем они нужны? О, расширение пошло. Бля, стать расширение-то. Мне вот это понравилось, короче, я вот этот поставлю. Диски.
Блин, ну не знаю, знаешь, не знаю. Ну вот эти, в принципе, неплохие, но не знаю. Так, ну это что-то типа дрифт, что ли, или чё? Вот типа вот. Вот типа вот. Давай вот эти вот. Чёрный. Ну чуть-чуть затемнённый, хорошо. Размер переднего на максимум, размер заднего на максимум. Да, вот так, вот, вот так и дело. Суппорта черный, конечно же. Хотя столько или белый. Не черный. Зеркала. Карбон. Ну, бля, 5000 за них, серьезно? Принято. Так, заднее крыло. Расширение. Ну, давай поставлю расширение, хорошо. Спойлер. Ну, такой. Задний бампер. Ну, это что-то прям дерзкое такое. Ну вот этот. Цвет салона. Ох, ё-моё. Белый. Стиль салона. Не, мне вот такой нравится материал салона. Второе. Вставка в салон. Так, вообще денег не осталось, смотри. Ну при этом я протюнинговал ее, глянь. Так, ну что ж, теперь погнали в гонки. На P1. Блин, какая она классная. Блин, крутая. Так, погнали. Миссии. Так, давай что-нибудь... Блин, сейчас возьму вот так вот просто. Вот так и все. И по... Ладно. Так, дорога в Новый Орлеан. Лос-Анджелес. Давай что-нибудь... Вот чуть-чуть изменю сложность. И вот эту вот гоночку. Так не говорите еще, что зима будет. Я же охренею это. Давай, P1, уйди в жопу отсюда, Русел, на своей... Как она там? Бля, Феррари. Бля, Феррари, да. Бля, Феррари. Режем. Знаете, управляется она классно. Управляется она реально классно.
Даже получше Широна, скорее всего. Ну, это моя ошибка была. Управляется она реально круто, то есть... Купить машину с таким управлением будет достаточно сложно. Возможно, там какой-нибудь Citroen GT, может быть, управляется. Или 918 Spider, ну или Еска, уж если на то пошло. Вот. Ну а так... В принципе, эта машина управляется даже получше Широна. Вот из моих тачек фаворит это Широн по управлению. По максималке, конечно, Широн быстрее, чем эту. Я надеюсь, вы не слышите, как там малышня за окном орёт. Нет, я думаю, вы это слышите. Может, я, блин, себя перебиваю еле-еле. На 14 секунд уехали на сложном. Так, сейчас уже финиш будет. Ой, минус велосипеды. Интересно, я побью рекорд? Блин, я его разбил. Я побью рекорд, интересно, который я на Широне поставил. Или я тут на Широне проезжал? Я не помню, проезжал ты на Широне вообще или нет. Нет, по-моему, я на Bugatti Deep Blue Edition тут рекорд поставил. В Life Summit, когда участвовал. Сейчас узнаем. А, поставил. P1 Макларен. Так. Мировой рекорд 3.23. Так, ну что ж, вот такая серия у нас вышла про этот P1. Машина мне очень даже понравилась. Звук, дизайн, вот этот вот, раскраски, все такое. Тюнинг особенно. Буду дальше на ней проходить гонки. И в следующей серии, скорее всего, я тогда еще, наверное, обещал, мы встретимся... В гиперкаре Нью-Йорк. На гонке гиперкар Нью-Йорк. И пройдем ее на сложности АС. То есть это самый максимальный уровень сложности. Вот на этой P1. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока-пока.